Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами Fix Price. Давайте смотреть новиночки. Вот такие классные горшочки. Исполнение, конечно, не самое лучшее. В трех расцветочках. 199 рублей. Все это доломит. И Китай. Ну, внутри они облитые, значит, в принципе, проживут. Объем такой у них хороший, наверное, литра два тут точно есть. Оригинальные. Подставка, тележка, 99 рублей. Тут что-то немножечко все криво-косо. Ну, в целом, конечно, смотрится неплохо. Даже колесики ездят. Так, у нас в трех расцветочках. Нет, в четырех. Еще есть красный. Можно деткам брать, играться в магазин. Новые фотоальбомы. Ну, как новые? Вот этот, по-моему, уже был. Там магнитные должны быть. Да, листы магнитные. 20 листов. 199 рублей. Да, это все уже было. И фламинго. А вот такой я не помню. И вот такого тоже не было. Привезли огромные рамки для фотографий картины дипломов 40 на 30 сантиметров. Они со стеклом. 199 рублей. Вот расцветочки. Новые фоторамочки 77 рублей. Их можно только ставить. Фотографии 10 на 15. Полистирол, МДФ, стекло, бумага, железо. Еще вот не помню, были ли такие фоторамочки 10 на 15, 55 рублей. Полистирол и стекло. Их можно и поставить, и подвесить. Новые крема для рук от Wilson. С овечьим молоком, с коровьим и с козьим. Этот омолаживающий, увлажняющий, супер питательный. Поближе все составы покажу. Лично я пока ни к чему придраться не могу, но я не специалист. 150 миллилитров 55 рублей. Новые канцелярские наборы 99 рублей. В состав набора входит блокнот, ручка, карандаш, точилка. Ну и папочка. Есть совушки, собачки. И еще вот какая классная новиночка. За 99 рублей звонок настольный. Железо, полипропилен. Новый тренажер обруч 199 рублей. Вот такие возможно с ним делать упражнения. Состав ПВА, стекловолокно, каучук, алюминий. И, в принципе, он пружинит. Дополняя историю Хэллоуина, краска для лица и тела. В прошлом году такая была. Скорее всего, 50 рублей. Тут ценника нету. А еще есть карнавальные наборчики. Юбочка и ободок. Тоже Хэллоуин. 199 рублей.
полипропилен, полиэстер для детей от 3 лет. Это Китай. А есть вариант вот с такой вот, не знаю, пантеркой, наверное. Здесь в комплекте манжеты 2 штучки, маска и юбочка. Сумочки, не помню я таких, 199 рублей, наверное, новые. Хотя нет, декабрь 2018 года. Значит, не новые. Внутри карманчик есть. Закрывается все вот на такой вот замочек. Полиуретан сталь. Есть ремешок, который подгоняете под себя. Здесь все просто обрезано. И 3 расцветочки. Обновился набор мини-сортеры. Раньше были яички, а теперь зверятки, ежики. 99 рублей такой наборчик стоит. У нас только один вариант. Ежиками. Новая пряжа 250 метров, 100 грамм, 55 рублей. Пряжа ручная стирка, кстати. Полиэстер пэт. У нас все только в такой расцветочке. Надеюсь, все видели, как я делала шарфик из этой пряжи. Ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, что получилось. Помните, были такие коврики, по-моему, в ванную? Теперь появились еще сидушки. 40 на 40 сантиметров, 199 рублей. Состав полиэстер, поролон, ПВХ. Завязочки только с одной стороны. То есть к спиночке только привязать можно будет. И 3 расцветочки. Какие большие тряпки для пола. 50 рублей. 55. 75 на 150 сантиметров. Для любых полов, не оставляет разводов. Большой размер. Хорошо впитывает влагу. 70% хлопок, 30% полиэстер. Изготовлено в России. Новые свитшоты для девочек. 199 рублей. Так выглядит рукавчик. Это наклеечка. То есть гладить нежелательно. Я бы даже сказала, гладить нельзя. 100% хлопок. Изготавливает Кыргызстан. Размеры у нас с 26 по 34. Есть темно-синего цвета и вот такого фиолетового. И для мальчиков тоже новые свитшоты. Тоже 199 рублей. Ткань как футболочная. Размеры также с 26 по 34. 100% хлопок Кыргызстан. Здесь уже чуть-чуть побольше расцветочек. Снова приехали контейнеры для обуви, коробки за 99 рублей. Это полипропилен, не пищевой. Это понятно, что для обуви. И смотрите, какая сушилка для обуви, 199 рублей. Это уже электрическая. Покажу поближе технические данные, меры предосторожности. Гарантийный срок 12 месяцев. Изготавливает Москва. Новиночка. Контейнер с ручкой и декором. 55 рублей. Размеры контейнера 16 на 20 на 7 сантиметров.
Это полипропилен пищевой. Так он выглядит внутри. Закрывается на клипсу. Пластик достаточно мягенький. У нас в 4 дизайнах. Снова к нам приехали этажерки трехъярусные. 199 рублей, 3 полочки. Размеры 38 на 33 на 59 сантиметров. Я округляю, поэтому не ругайтесь, кому важно. Так, не содержит бисфенол А, это полипропилен пищевой. Подходит для пищевых продуктов. Такой вот нежный розовый цвет и белый. Я себе покупала, мне она очень понравилась, классная этажерочка. Вот эти овощи чистки я вам не рекомендую. В обзоре покупочек я показывала, что с ней случилось. Вот это место вообще ничего не выдерживает. Она сгибается пополам, там на ровном месте. Так что тут же ее выкинула. Вот эти вот контейнеры пришли в новом объеме. И по новой цене 77 рублей. 1,3 литра. Ну, естественно, пищевой полипропилен. Изготавливает, кстати, Пластим. Это у нас Смоленская область, город Вязьма. Крышечки есть в таком вот интересном морковном цвете. И в таком вот серо-голубом. Новые чашечки. 77 рублей. Капучино. Вижу латте. Так, ну, естественно, Kitchen Китай, 340 мл, фаянс. Исполнение. Исполнение мне нравится. Придраться не к чему. Хотя вот есть небольшие точечки, но это как всегда. Так, что еще новенького у нас в чашечках? Вот такие. Мистер Кофе, 55 рублей. Также Kitchen Китай, 350 миллилитров, фаянс, вот в таком цвете. Ох, какие классные, хотя рисуночки не очень яркие, могли бы быть немножко посочнее. Есть с пироженками, с донатсами, с пончиками. Так. Чашка 470 миллилитров, фаянс, тоже большая, классная. Ручка, ну, в принципе, удобная, но хотелось бы в такой большой четвертый пальчик запихнуть. Так, есть еще вот такая вот из разряда вот этих чашечек за 55. Еще вижу вот новиночки. Эти классные, 77 рублей. Слушайте, к этой вообще даже придраться не к чему. А вот здесь уже есть к чему придраться. Все-таки Китай есть Китай. Так, 320 миллилитров. Керамика. Ну да, здесь уже, конечно, претензий больше. Кто хочет прям идеальную посуду. Но вообще, конечно, задумка классная. Новые конфеты. Пролине, ценника нету, состав оставляет желать лучшего. Так, сколько здесь? Здесь 125 грамм, а ценника нету. Так, на стенде с новинками голодные лягушата, была уже такая игра, 199 рублей. И голодные динозаврики. Так, еще новые тарелочки от Luminarc по 99 рублей. 20 сантиметров суповая, 25 обеденная. Вот так вот выглядит пара. И, кстати, вы знаете, обеденная прям очень красивый такой изумрудный цвет. Он переливается.
новые мопы от СТК. Это Москва, 55 рублей, 43 на 13 сантиметров, погрешность 1 сантиметр, 100% полиэфир. Вот такой моп должен быть неплохой. Хотя вот это вот все начнет впоследствии облезать. И набор губочек 7 штук для бережной чистки. Подходит для тефлоновых эмалированных поверхностей. Цвета, конечно, вообще супер.